В Восточном Казахстане открылась еще одна новая современная поликлиника. Ее построили в ауле Жетиарал Тарбагатайского района. Государственная казня она обошла 145 миллионов тенге. Деньги были выделены из республиканского бюджета. Прием местных жителей в новой врачебной амбулатории теперь ведут 13 специалистов. Диагностику и лечение они будут проводить с помощью передового медоборудования. А чтобы медики могли оперативно и качественно помочь пациентам, руководитель региона Бердибек Сапарбаев передал коллективу специалистов машину. Всего в области в этом году будет построено 14 врачебных амбулаторий. Амбулаторию построили, спасибо. Мы уверены, что здесь работает достойный персонал. И нас будут лечить самые высококвалифицированные медики.